Российская экономика не пострадает от резкого роста доллара. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, комментируя ситуацию с ростом американской валюты и падением цен на нефть. «Мы готовы к любому развитию событий, у нас есть необходимые резервы». По словам Дворковича, цены на нефть сейчас выше, чем заложенные в бюджете. Напомним, минувший понедельник доллар и евро превысили отметки в 34 и 42 рубля соответственно.